Ему можно высвечивать? Можно. Какая высшая цель для души? Каким способом можно достигнуть этой цели? Давайте с самого начала. Дело в том, что кто такой человек на самом деле? Человек на самом деле — это душа, которая находится в чехле, которая называется человеческим телом. И какая самая наивысшая цель? Она очень буквальна. Она буквально и находится на поверхности. Каждый человек имеет право выбирать на протяжении своего дня, страдать его душе или радоваться. Таким образом, в случае, если человек живет по принципу «не нравится, не нравится, не нравится, не нравится», то душа его страдает. В случае, если человек живет и ему нравится, 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 душа его радуется. Таким образом, человек выбирает, чтобы душа развивалась, чтобы душа становилась духовной или высокодуховной. И это возможно в случае, если человеку нравится. Нравится очень изменяет жизнь человеку. Таким образом, в случае, если вы хотите, чтобы ваша душа достигла цели духовного просветления, духовного роста, делайте так, чтобы ваш выбор нравится было больше, чем выбор не нравится.